Итоги массового рейда смотрите в понедельник, 25 сентября. Будьте внимательны на мокрой дороге, призывают автоинспекторы. 22 сентября на территории области ожидается ухудшение погоды. Подробнее о капризах природы поговорим далее. Выходные дни на этой неделе будут прохладными и пасмурными. Суббота днем плюс 5, плюс 10, ночные часы около нуля. И воскресенье практически те же отметки. Дневные плюс 3, плюс 8 и ночные 0, минус 5. Также сохраняемый порывистый ветер и осадки.